Налоги – это экономическая стабильность государства и один из основных видов пополнения казны. Бобруйск в этом деле играет ключевую роль не только в области, но и в республике. Ежегодно предприятия города миллионами долларов подкрепляют финансовую стабильность региона. Один из самых крупных налогоплательщиков – Бобруйский Бровар. Как компании удается быть на волне успеха и платить в бюджет большие суммы? Давайте разбираться. Доверие мировых лидеров и, конечно же, людей. Ребрендинг предприятия, обновление локальной линейки продуктов. Весь предыдущий год Бобруйский Бровар провел под знаком перемен. Были разработаны уникальные рецептуры для каждого бренда, пересмотрены подходы к пивоварению и внедрены международные стандарты. Все это позволило не только укрепить свои позиции в республике, но и зарекомендовать себя с наилучшей стороны в странах Европы. Что касательно рынков сбыта в Республике Беларусь, мы работаем со всеми крупными ритейлерами, представлены во всех сегментах рынка. И наша логистика выстроена на всей территории Республики Беларусь. Россия, Польша, Германия, Израиль, Молдова и страны Балтии. Бобруйский продукт любят и знают далеко за пределами нашей страны. Подтверждение тому доверие, которое Бровару выразили крупные мировые холдинги. Продуктовый портфель предприятия пополняется и благодаря модернизации производства. На сегодняшний день завершился первый этап. У нас на заводе, можно сказать, где-то 95% немецкого оборудования. Весь варочный порядок – это производство немецкий, это Хупман. Оборудование достаточно новое, это 2010 год. Все абсолютно автоматизировано, как и варочный, так и брожение, и фильтрация. Грамотный подход к технологиям, рецептурам, ингредиентам и срокам брожения. За качеством продукции внимательно следят 10 специалистов заводской лаборатории. После их мониторинга производители и потребители получают тот продукт, который превосходит все ожидания. Об этом можно судить по полученным сертификатам, различным наградам на внутренних и мировых выставках, конкурсах и покупательскому спросу. В этом году в Бельгии мы завоевали две награды в конкурсе «Spirit Taste Award» Бельгии. Это еще раз говорит о нашем качестве, о непрерывном вкусе наших продуктов, наших брендов. И это очередной повод для гордости не только для всех белорусов, но и для нас, бобруйчан. Очередным экзаменом для компании стал фестиваль «Рок за бобров». Тысячи гостей мероприятия насладились неповторимым вкусом и качеством бобруйского бренда, тем самым доказав, Бобруйский Бровар – это продукт, который ценят и любят миллионы белорусов. Максим Кембель, Максим Галионко, Бобруйск 360.